Но, тем не менее, 98 работ из присланных стрессов драма 5 были удостоены звания лучших. Именно эти 98 работ войдут в каталог, который будет в ближайшие дни вот уже издан типографией и разослан всем учреждениям, которые приняли участие в нашем конкурсе. Наша уважаемая, профессиональнейшая, знаменитейшая звездная жюри, которая работала с нами на протяжении 3 дней. Итак, перейдем к самому трогательному, к самому яркому моменту, ради которого мы все здесь с вами собрались. Церемонии награждения. Так трепетно подошел к художественному конкурсу. Это редкость. Поймите, у нас в Петербурге в 10 раз больше школ музыкальных, художественных. И я вам скажу, я ни одного руководителя музыканта не видела так относящегося к художнику. Школы искусств, так мы можем сказать. Поэтому большое вам спасибо. Теперь те, которые вы видите, это только малая часть замечательных работ. И, конечно, когда было разложено 345 разнообразных работ, и сказать, что ни одной средненькой и плохой не было. Все работы были замечательные. И если бы была бы возможность, мы бы дали бы всем премии и поздравили с участием. Поэтому хочу вас поздравить и быть тоже счастлива и сопричастна к вашему творческому труду и увидеть здесь ваши жары. Начнем. Грамоту дипломантам
вручается Всеволожской школе искусств. Благодарность учреждению за подготовку участников, лауреатов и благодарность дипломантам вручается детской художественной школе имени Ламкинина Костомуша. Это вы? Рафика Макарова Анжела. Преподаватель Степанова Елена Белесова. Награждение лауреатов первой степени 10-го международного конкурса детского рисунка «Мы соседи» вручается ученице Приозерской детской художественной школы номинация «Живопись» Коваленко Анастасии. Вручается ученице Кронштадта детской художественной школы имени Анюшина Деревниной Елизавете. Диплом первой степени вручается ученице Костомукшской детской школы искусств Каухинайте Полина Калошиной Елизавете. Поздравляем с заслуга. Гран-при 10-го международного конкурса детского рисунка «Мы соседи» вручается ученице Санкт-Петербургской детской художественной школы имени Кустодиева Шаповаловой Марии.